мы совершили героический поступок. Послушайте только, начали строить калийный комбинат в 1927 году, а в 1934 году калийный комбинат был выстроен и принят государственной комиссией. Рассказывать о появлении калийного комбината, первенца калийной промышленности в Соликамске, можно неделями, месяцами. Лишь малую часть этой великой истории услышала впервые Олеся Соколкова. Очень красиво. Нет слов. Увидеть воочию все то, что недоступно для обычного жителя. Но это супер. Женщина впервые посетила музей компании «Уралкалий» и сразу оказалась на экскурсии, приуроченной к всероссийской акции «Ночь музеев 2023». Тайны солей Верхнекамья узнали и другие гости музея. Семья Шерстобитовых, супруги, вместе трудятся на сельвенитовой фабрике первого рудоуправления. Нам это интересно. Это история, мы очень увлекаемся этой темой, нам очень нравится. Там, где мы работаем, мы должны знать эту историю. Что сейчас происходит в компании, все новое, должно сюда приходить, потому что история движется. Если вы думаете, что музей – это скучно, вы ошибаетесь. Музей компании «Уралкалий», который разместился в досуговом центре предприятия, самое современное пространство, хранящее историю. Интерактивные панели, оживающие окна, макеты шахтных пространств и главное достояние – документы и фото далеких лет. 90 лет истории компании «Уралкалий» мы еще не рассказали. Ну и надо сказать, что мы ее делаем каждый день, мы ее продолжаем делать. А мы только собираем и рассказываем их, эти истории для наших посетителей, для наших друзей. Это и семьи, это и ветераны, это и гости города. Наши двери всегда открыты для посетителей. Как всегда, наши мероприятия бесплатны для всех. История – это современно и познавательно. Убедитесь в этом сами. Записаться на экскурсию можно по телефону 6-22-28. Евгения Константинова, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».